диалектики имеется в науке логики Гегеля. Вот что такое компендиум, мы с моим коллегой, с профессором Казеновым, решили выяснить. Выяснить мы решили по латинскому словарю. В латинском словаре записано: компендий – это прямая путь, кратчайший путь, прямая дорога. Значит, кто хочет идти прямой дорогой и кратчайшим путем, изучает диалектику по науке логики. Кто хочет блуждать по болотам, перешагивать через колючую проволоку и утопать, так сказать, в грязи, тот может идти самым извилистым путем, которым он никогда не дойдет. Потому что некоторые люди спрашивают, а что читать до того, как читать науку логики? Ничего не надо читать. Почитать можно только вот конспект науки логики Гегеля, ленинского. Почему? Потому что Владимир Ильич Ленин представляет собой воплощение мечты Платона, что будут такие люди, будет такое время, когда философы будут управлять государством. И из всех философов, которые управляли государством, из всех государственных деятелей, которые были бы философы, есть один человек во всем мире, Владимир Ильич Ленин, который разбирался в диалектике, изучил науку логики, штудировал ее, написал свой конспект, очень понятный, и видно, как человек изучал, как его читал. Особенно я рекомендую студентам начать с этого. Это не противостоит науке логики Гегеля, это как просто вот другой человек знакомился, не глупый. И вот вы тоже знакомитесь с наукой логики Гегеля. Полное собрание сочинений, том 29. Раньше издавали отдельные философские тетради, такой книжечкой, они кое-где еще и есть. Ну, наверное, в старой книге скорее. А так, сегодня все это вывешено в интернете. Вы можете зайти, допустим, на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии, там висит полное собрание сочинений Ленина, открыть 29-й том полного собрания сочинений, и читай себе. Я хочу порекомендовать не только молодым нашим участникам, а и зрелым следующий метод. Вот, скажем, я читаю науку логики на немецком языке медленно, потому что немецкий язык я не знаю или условно знаю. То есть я вот 2 недели его изучал. Но поскольку я уже далеко прошел в этом деле, и я, так сказать, наизусть знаю некоторые просто куски, поэтому я как бы, мне не нужен словарь, я, так сказать, вижу, что означают те или иные вещи. Но я делаю как? У меня есть дома диски, где все полное собрание сочинений Гегеля. Я распечатываю там страниц 100 и читаю их месяца полтора. То есть вы вот залезли в интернет, распечатали себе с первой там по такую-то, и у вас есть листочки, перекидываете, отмечаете, подчеркиваете, делаете свои замечания и так далее. Как вот Маркс к этому относился, книги мои рабы, ну мои книги, конечно, если я возьму у Евгения Николаевича книгу, начну там чиркать, ну это вообще, извините, нехорошо. А в своей книге, пожалуйста, чиркайте сколько хотите, это ваша творческая лаборатория, правильно? Ваш, так сказать, элемент вашего интеллекта. Это, наверное, рвется к нам. Сейчас, минуточку. Алло. Ой, извините, я сейчас не могу, у меня занятие. Так. Сейчас мы это дело выключим. Будет хорошо. Так. Какая еще нужна литература? Никакой. Никакой. Почему? Потому что это так достаточно много. И люди, которые уже давно занимаются, понимают, что лучше умную книгу прочитать 10 раз, чем 10 книг плохих прочитать 100 раз. Потому что толку от них не будет. Почему? Потому что это отраженный свет. Вот можно загорать под луной? Вот я к студентам обращаюсь. Под луной можно загорать? Напрягите свой. С точки зрения, конечно, можно, но эффекта достигнуто не будет. Можно. Но эффект будет слабый, правда? Сейчас вот есть очень хорошие простыни, которые нагреваются, там батарейку можно взять, они будут тепленькие, так подогреваются. Вот лежишь, и вроде как загар будет, по крайней мере, не сильный, правда? Ну, лет через 50 такой ровный, хороший, получишь загар. Вот те, кто читает всякие пережевывания, и не первоисточники, и не гениальные книги, а просто хорошие,
они делают большую ошибку, потому что вот гениальные книги вы успеете все прочитать за жизнь? Гениальные, только гениальных авторов, гениальных. Вот тут об интеллекте говорим. Вы на какой интеллект хотите равняться, на серый или на блестящий? Понятное дело, что надо иметь дело с крупными учеными. Ну, вот так получается с разных сторон. На сегодняшний день изучение науки логики Гегеля, изучение диалектики стало, ну, каким-то общественным течением, востребованным. Это мы ощущаем, ну, буквально вот каждый день. Вот, например, мы с Евгением Николаевичем встречались, может быть, лет 20 назад. А потом вдруг встретились с ним вот тут на остановке в связи с тем, что он тут: «Здрасте, Михаил Васильевич, здрасте, Евгений Николаевич, вот, вот мы тут, давайте, говорит, будем кружок дальше развивать». Это раз. Или вчера я иду на себе на работу, у нас на работе есть люди, которые осуществляют охрану, порядок наводят и так далее. Ну, это люди, которые служили с высоким званием, званием полковника и выше. Вот. Ну, мне говорит: «Михаил Васильевич, я хочу сделать вам подарок». И вручают мне журнал «Под знаменем марксизма». 1922 год, в котором, в этом журнале, как раз и опубликована статья Ленина о значении воинствующего материализма. Это нам, так сказать, напутствие нашему кружку. Позвольте мне зачитать оттуда, из нее, выдержки. Ну, саму эту работу вы можете найти и в собрании сочинений, в 45-м томе. Естественно, и там есть. Но это вот как-то вот складывается очень интересно. Вчера, сегодня у нас заседание кружка, вчера мне приносят. Я еще поносил, на следующий дом уже открыл, думаю, вот это да. «Мы должны понять, — пишет Ленин, — что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом». Не путать с фейербаховским материализмом, который является созерцательным материализмом. Созерцает, так сказать, описывает, но не отвечает на вопрос, что делать. Скажем, если я скажу: вот потолок светлый, это идея? Нет, это не идея. А вот провести следующее занятие через 2 недели, это уже идея, отвечает на вопрос, что делать. Так вот, чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала «Под знаменем марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. Это нам вот прямо задание кружку. Да? Так и Николай. То есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале», и в своих исторических и политических работах, и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждение новых классов к жизни и к борьбе на Востоке, Япония, Индия, Китай, то есть тех сотен миллионов человечества, которые составляют большую часть населения Земли, которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном, не комплимент, обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы, каждый день пробуждение к жизни новых народов и новых классов все больше и больше подтверждает марксизм. Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегельской диалектики чрезвычайно трудна. Сколько уже ко мне обращались, говорят: «Это очень трудно». И Ленин говорит: «Трудно. А что вы хотели? Уберите легкое чтение, в котором ничего нет, то будет легко и нетрудно». И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Говорит: «А я вот ошибаюсь», или: «Вот вы ошиблись, ну а что делать? Ну а как еще обучаться? Мы учимся на ошибках в том числе». Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война,
и революция дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Вот, скажем, для кружка это вполне хорошее название. Общество материалистических друзей гегелевской диалектики. Ну, только я имею в виду девиз определенный. Современный естествоиспытатель, видите, он обращается здесь в том числе к представителям естественных наук, найдут, если сумеет искать, и если мы научимся помогать им. В материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании, и на которых сбиваются в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя выражение, употребляя щербинское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как и до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Вот, собственно говоря, какое напутствие нам дает Владимир Ильич Ленин. И еще один, так сказать, можно сказать, пример привести философский, более позднее его выступление, уже в письмах к съезду, где он отдает оценки разным, так сказать, представителям Центрального комитета. Так сказать, этот вот Троцкий – это не большевизм, с ним все ясно. Не большевизм Троцкого. Или, скажем, вот Пятаков, значит, способный, молодой, ну, хватает административным увлечением к делу, отношением к делу. Бухарин, любимец партии, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Теоретик. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот картина. К сожалению, эта картина потом такая и была. У нас появилось много руководителей, всяких теоретиков. Кого вы можете назвать из руководителей, которые руководствовали диалектическим методом после Ленина? Ну, в известном смысле, скажем, Сталин как ученик Ленина и как человек, который прекрасно знал ленинские работы, он пользовался, скажем, теми выводами, которые фиксировал Ленин. И он, конечно, вот то, что я зачитывал, и другой, он все это знает прекрасно. Но это своего рода, так сказать, как бы отраженный уже свет, изучать диалектику по Ленину. А потом можно диалектику тогда по Сталину изучать. А он и написал о диалектическом историческом материализме. А потом по своему партийному руководителю. А потом по его заместителю. И так сказать, все это дело. Вы понимаете, что наука требует того, чтобы ценили первоисточники и пользовались неотраженным светом, а не применением уже того, что есть. Потому что, вот, например, шарикоподшипник – это применение известной технологии. Да? Вот так Евгений Николаевич сейчас говорил. Вы по шарикоподшипнику, вот по самому шарику технологию раскроете? Очень тяжело, потому что самые разные способы существуют, как создать такой шарик. Поэтому это очень тяжело. Люди думают, что они упрощают себе дело, когда они идут не к первоисточнику, а к другому месту направляются. На самом деле они затрудняют. Вот это теперь, значит, что надо иметь в виду. Теперь, значит, товарищам, которые вновь начинают, это прежде всего наши вот молодые тут коллеги, которые здесь присутствуют, значит, в помощь, поскольку вы молодые, вам привычно общаться с компьютером, сидеть в интернете. В интернете есть все необходимое для вашего обучения. Значит, объясняю, на каких ресурсах и что можно смотреть. Во-первых, вы можете, значит, зайти на канал Фонда Рабочей Академии по адресу YouTube, латинскими набираете, и потом Фонд Рабочей Академии. И там вы увидите все занятия кружка по диалектике с первого по, вот и надеемся, и по сегодняшней, потому что сегодняшний вот записывается и также будет вывешено. Поэтому кто во время занятий что-то забыл, пропустил, решил вернуться и так далее, имеет возможность посмотреть. Ну, задача, которая стоит перед нашей молодежью, нас догнать и перегнать. Правильно? Вот. То есть молодые должны доказать, что они молодые, не будут кряхтеть, как старики, а они будут быстрее заниматься, быстрее смотреть и, так сказать, двигаться по этим самым не раз в неделю, а, так сказать, будут тихонько читать, тем более, что вот это
Сама форма, которую мы применяли в кружке, она единственная, я думаю, и в стране, и в мире. То есть мы занимались не рассказом о том, что где написано, это, кажется, сам каждый может посмотреть, а как из категории выводится следующая категория. Выведение. В этом самое главное выведение в диалектике. Как из одного противоречия получается другое противоречие. Это раз. Второе. Значит, у нас функционирует Красный университет Фонда рабочей академии. Значит, вы можете зайти на сайт len.ru или Ленинградское интернет-телевидение, набрать Красный университет, и там есть лекции и семинарские занятия по диалектике, и поучение о бытии, и поучение о сущности, и поучение о понятии за целый ряд лет. Это тоже хороший материал для того, чтобы знакомиться. Значит, на сайте Фонда рабочей академии есть видеолекции, и вы в этом видеотеке сайта Фонда рабочей академии найдете, если вы туда залезете, заберетесь и начнете там выбирать, найдете себе много материалов тоже для изучения диалектики. Кроме того, есть такой сайт oper.ru, сайт Гоблина Пучкова. Там есть введение в науку логики, это разведопрос, который вот я записывал вместе с Дмитрием Юрьевичем. Его посмотрело, вот сегодня я там заглянул, там больше, чем 200 тысяч человек. Если бы мне сказали, что столько человек интересуется введением в науку логики, я бы не поверил, потому что одно дело там, ну, вопросы там экономические, там есть там 240 тысяч, или там о фашизме, ну такие острополитические. А тут вот введение в науку логики. Ну и там вы найдете, там сейчас сделано уже так, что есть вот на этом сайте указаны персоналии, там в персоналиях стоит Михаил Васильевич Попов, вы открываете, и там видите все вот ролики, из них выбираете те, которые связаны с диалектикой или являются применением диалектики, потому что меня там товарищи после первого же занятия сказали, что если не будет примеров, то это немыслимо там, давайте примеры. Я давал примеры, пока уже стали писать, ну что одни примеры, будет когда-нибудь выведение? Ну тогда снова вернулись к выведению, но еще не повесили. Вот. Кроме того, там будут вывешены ответы на вопросы, записано три таких разведопроса, три ролика по 1:20. Ответы на те вопросы, которые содержались в комментариях. Ну, этот вывешивание там с интервалом не меньше, чем 14 дней, поэтому в ближайшие месяцы это, наверное, появится. То есть материал у нас для изучения и обучения есть, и считать, что вы брошены, так сказать, и так сказать, вот провели кружок и пустили в море и океан, неправильно будет. Тем более, что, значит, мы будем проводить занятия в этом семестре с сегодняшнего кружка и до мая месяца включительно. В мае закончим, поскольку там лето, солнце, как-то некоторых влечет на солнце, а мы тут будем заниматься философией, серым по серому. Пишет о сова, которая в сумерки вылетает, так про философию говорят. Вот, поэтому все хорошо в меру, так сказать. Люди, может, хотят на солнце читать науку логики сами, не отвлекаться на кружок. Зачем мы их будем отрывать? Раз в две недели не обременительно. Никто не умрет, если он позанимается раз в две недели, правда? Вот если бы это было чаще, сказать, ой, у меня то, у меня все, пятое, десятое. Ну, во-первых, это уникальное явление. Там люди со всех сторон, из других городов пишут, а как бы нам, как бы у нас. Хотя в Новосибирске сделали тоже, кружок проводят, записывают, да. Новосибирские ребята, значит, тоже. Ну, они все это смотрят. И сами проводят, занимаются выведением. Так что там тоже функционирует кружок в Новосибирском государственном университете. Вот. Товарищи Зайцев, Булгаков проводят, и вот такое дело идет. Ну, а что касается времени и места, значит, вот с легкой руки Евгения Николаевича, значит, место вот здесь, оно намечено. В этой же аудитории так и будет? Это зависит. Да? Скорее всего, да. Максим, скорее всего, да. Но если нет, вы скажете там, вот, будем подходить сюда. Вот, значит, надо подходить. На всякий случай, вдруг кто-то захочет проверить документы. Вот товарищ с усами, не террорист ли, допустим. Ну, на этот случай надо иметь паспорт. Вот это есть подозрительные такие седые, это свои седые или специально покрашенные, это все знает.
Вот сейчас время такое, что... Ну, понятно, у нас, например, в нашем университете, который самый старейший считается в Санкт-Петербургском государственном, как туда могли прийти люди на лекцию, и были военнослушатели, но теперь все, пока вот я, так сказать, не пропущу человека с помощью своего этого самого, тут с электронной, так сказать, вот системой, нашлепкой, которая внутри, он не войдет. Так что, а вдруг вы войдете, а деньги вы платили за то, чтобы слушать наши идеи? Нет, до свидания. Так что вот сейчас, получается, наука, она денег стоит. Вот. Но я думаю, что тут люди, которые сюда пришли, понимают, что если я вам какую-то идею, Максим, дал, она у меня что, пропала? Вот если я вам авторучку отдам, у меня не будет ее. Я поэтому отдавать не буду. А идея, так она вам перейдет, она у меня останется. Как можно этим торговать идеями-то? Ну, торгуют, всем, сейчас все могут торговать. Вот, так что с организацией тоже ясно. И теперь, значит, мы приступаем сейчас к тому, на чем мы остановились вот для тех товарищей, которые давно уже занимаются. Остальные пока послушают. Имея в виду, что вы будете читать и будете постепенно входить в курс дела. А значит, в книге, я с вашего позволения сяду, в книге «Наука логики» у Гегеля очень хорошо все разделено. Значит, есть объективная логика и субъективная логика. То есть у него картина примерно такова, диалектическая мира, что есть объективный мир и есть постижение его в понятиях. Это субъективная логика. Объективный мир разделяется, вот эта вот объективная логика, на две части: учение о бытии и учение о сущности, то есть не только мы берем поверхность, но и углубляемся вглубь того, что мы видим, и тогда приходим к сущности. Вы сущность хотите пришли постигнуть или только поверхность? Поверхностное хотите или глубинное знание? Ну, раз глубинное, значит, вы на учение о бытии не можете остановиться, пойдете в сущность. Но вы понимаете разницу? Это объективный мир, а это субъективный взгляд на этот мир, это его отражение в головах. Вот все издатели после 1937-38 года, когда было издано, вот у Евгения Николаевича дома есть собрание сочинений, и вот в этом собрании сочинений не только правильно там переведено, что вот есть определение, а есть характер, но там четкое разделение – объективная логика, субъективная логика. Поэтому очень легко воспринимать материалистически, как вот и советовал Ленин. Ну, что тут воспринимать? Начинается с бытия, это объективное. Не надо только это объективное понимать как творение идеи, как Гегель считал. То есть, если взять всю систему объективного идеализма Гегеля, то она выглядит примерно так. Есть идея, она доразвилась до вот этой материи, до объективного мира. Объективный мир доразвился до понятия, до человека. Человек познал этот объективный мир, и тогда идея пришла самой себе. Ну вот как в математике есть такое понятие, как рациональность, более рациональное доказательство. Отбрасываем вот это начало, идею, и в конце. И получается, материя, развиваясь, достигла своей высшей точки в виде человека. Человек есть кто такой? Это та же материя, но обладающая свойством сознания. Высокоорганизованная материя, обладающая свойством сознания, человек. Человек познал материю, и материя пришла сама к себе. Что тут мы потеряли для науки при таком взгляде? Ничего. Короче. А Чехов вообще так советовал писать рассказы. Вы написали рассказ. Ну, вы знаете, как писать рассказ. Пишешь, сначала никак не начать. И вот мучаешься, и какая-то бредятина получается вначале. Потом ты уже расписался, никак не остановить. Давно бы надо кончить. Он что, дописывать. Вот Чехов, как мастер рассказов, он говорил так: вы написали рассказ, выкиньте начало, конец, и можете печатать. Вот его совет. Так же поступили Маркс, Энгельс с гегелевской диалектикой. Они вот эту сказку насчет того, что эта идея превращается в объективный мир, они ее отбросили. Сказку о том, что эта идея приходит сама к себе, а не материя, сама себя познает, тоже отбросили. И тем самым получилось, что Гегель перевернулся и стал материалистом. Но на этом сторонники идеализма не остановились. Вы можете взять любые издания «Науки и логики» Гегеля после вот этих
после собрания сочинений. И все они изданы так. Там нету этих двух частей. Нету. Несмотря на то, что предисловие там гегелевское сохранено, в котором говорится, что есть две части, ни за что нету. Вот, например, издательство «Мысль», как бы наследница этого издательства социально-экономической литературы. Серенькие книжки «Наука логики», «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о...» Просто три книжки на равных. Нет этого деления на объективное и субъективное. Ну, хотя там в предисловии к «Науке логики» есть у Гегеля. Хорошо. Есть красная книжка красивая. Кто видел, вот я их показывал ее у Пучкова на разведопросе. Красная книжка, в ней все три. Казалось, тут уж легче всего указать. Вот первая часть, вот вторая часть. Страничку вставьте и вначале укажите, а потом страничка и выглавление. Часть первая до такой-то страницы, часть вторая такой. Нету. Хорошо. Черное издание. Наше, так сказать, издательство «Наука». Ленинградское отделение. 2005 год. Там очень интересно. Открываешь, там написано. Часть первая. Объективная логика. Часть вторая. Субъективная логика. Потом смотришь, выглавления нет. И в тексте нет. Ну, я сначала думал, это случайно, но уже похоже на то, что не случайно. После этого, вот если люди так издают, доказывать, что это вообще что-то такое субъективное, там, идеалистическое, очень легко. Потому что вот этой вот особенности, что до такой вот чистоты довел Гегель свой идеализм, что он, так сказать, сам просится материализм. Поэтому вы обратите внимание, Ленин, когда пишет в конспекте, «Бытие» звучит вполне материалистически. Я вообще читаю Гегеля материалистически. И дальше он эту мысль, что в материалистическом истолковании Гегеля и проводит. Не о том, что мы выдумываем какую-то другую науку, а у нас были такие попытки, многотомные попытки сделать материалистическую диалектику, как бы вот эту выкинуть и сделать новую. В итоге докторские получили, книжки издали, почетное звание тоже, а каждый раз после такой затеи выходила рецензия и писали, что хорошая, полезная, нужная книга, единственное, у нее недостаток – нет диалектики. Почему? А потому что нет там выведения никакого, это толкование. У нас, скажем, известен такой Ильенков, философ, который много полезного и хорошего написал, но он как бы писал «о». В него выведения не найдешь. На нашем факультете философском был товарищ, доцент, который выступал и излагал ту самую науку логики. Линьков. Этот Линьков вот в черной книге написал введение, совершенно пустое и бессодержательное, но длинное. Не советую его читать. Чистая потеря времени. Никакого толка нет от него. Но книжку издал, молодец. Вот. Но пустое совершенно. А потом сам, поскольку он ни к чему не применил эту диалектику, ни к чему, то это, значит, раз он ни к чему не применил, то это не метод. Вот здесь собрались люди, которые собираются это как-то использовать, этот метод, правильно? То есть не просто вот мы изучим, и пусть оно лежит. Так если оно будет лежать, оно выветрится из головы. Но если, так сказать, будем применять, то это уже метод, это средство. Поскольку Линьков никак не применял, он взял, уехал в деревню и там пропал. И там где-то находится еще и в этой деревне и живет. Ни ответа, ни привета, ничего мы не знаем. Поэтому если люди не вступили на ту дорогу, которую указали Маркс и Энгельс, и говорят, ну вы научились такому великому методу, но вы используете для того, чтобы добыть счастье народное. Будьте народными заступниками. Так? Но если вы не используете никак, то есть ни к чему не применили и ничего не раскрыли, ну что ж тогда из этого? Ну вот теперь, значит, что у нас уже проделано в кружке? В кружке долгое время, и это можно видеть по занятиям, по тем записям, которые есть, изучался первый том. Что и как, и какая категория, из какой вытекает. Если я спрошу, скажем, вот товарища Шабуса, что такое становление, он сразу скажет. Что такое становление? Вот, бытие в ничто, ничто в бытие. Да, нет проблем, он сразу скажет, потому что это все вот мы многократно повторяли, разжевывали и так далее. И мы дошли таким образом до конца первого тома, рассмотрели все это выведение. Сначала медленно, потом быстрее. Потом попали мы в том второй. Заранее предупреждаю, тот человек, куда попадает, он попадает в незнакомый мир. Почему? Потому что
та самая сущность, о которой идет речь во второй книге, это снятое бытие. Категория снятия, напоминаю, что это такое. Снятие – это отрицание содержания. Пример. Вот каждый, кто здесь присутствует, имеет своих родителей. Вот он является снятием своих родителей. То есть в нем видны черты. Вот я на него смотрю, вижу, какое папа. Отрицание содержания. Не удержание с отрицанием, а отрицание с удержанием. Потому что отрицание, но не такое отрицание, я оттолкнул и все. Нет, я оттолкнул и удержал. Оно вошло внутрь, как бы. Вот ваши родители у вас, а бабушка с дедушкой, они никак не участвуют. Они тоже в папе, маме и так далее. И человек, так сказать, в этом смысле, он вообще вершина всего развития всего человека. Каждый. Представляете, вот вы вершина развития всего человечества. И кто вам так, комплимент только на кружке такой скажут. А так ходят, скажут, ну чего вы пришли? А вы говорите, вот вы вершина развития человечества за всю эпоху его существования. Это же хорошо или нет? Как вы считаете? Ну вы скажете, что же я такая уже старая? Нет. Вы в снятом виде, это вы отрицаете, это не старая как раз, это все молодая. Но молодая, вы посмотрите, когда идут мамочки со своими детками, вот едет мамочка, везет эту коляску, а там лежит маленькая такая мамочка, примерно с такого же вида. Или очень близко, или очень похоже. Хотя бывает, как бы прохожего молодца, по-разному все бывает в жизни. Так, так вот, в учении о сущности, раз снимается бытие, то мы как бы не... Все, что у нас на поверхности, нас это не устраивает. Нас не, вот, не устраивает, что здесь написано. Надо погрузиться, отрицать эту поверхность и погрузиться внутрь. Правильно? Что мы, кстати, и сделали. Мы же не ограничились тем, что я вот так вот показал. Ну, все видели, да? Ну и все. Нет, я все-таки я взял и стал читать. То есть дальше мы отрицаем эту поверхность. Из-за того, что сущность есть снятое бытие, все категории сущности имеют вид такой отрицательный. И поэтому, если учение о бытии, движение логическое идет от ничто, от бытия к ничто, или от ничто к бытию, то или от бытия к бытию, от одного бытия к другому бытию, то учение о сущности от одного ничто к другому ничто. И вот Ленин в своем конспекте науки логики, видно, тут задумался. И пишет: движение от ничто к ничто. Пожалуй, этого не может быть. Но как человек опытный, политически грамотный, написал слово «пожалуй», потому что неизвестно, как повернется. Пожалуй, не может быть, а может быть, я же сказал «пожалуй». То есть это надо вернуться, подумать. А другого там никак не может получиться. И вот в этом большая очень сложность. Очень большая сложность, потому что мы к этому не привыкли. Потому что вот мы начинаем изучать сущность. Начинаем ее разглядывать. Как только мы поняли, что мы ее разглядываем, значит, это бытие. Она же есть. А значит, это не сущность. А значит, надо это снова отрицать и куда-то так дальше пойти. Потом опять начинаем разглядывать, опять. И получается вот такое бесконечное движение. Что бы мы ни взяли, надо снова отрицать. И вот это бесконечное движение, отражение, отрицание, называется рефлексия. Рефлексия. А то, что мы взяли, это не бытие, а лишь видимость. Это первый вывод мы делаем, что это лишь видимость. А потом говорим, ну видимость чего? Видимость самой сущности, то есть это сущность, выступающая как видимость. Вот по видимости вы порядочный человек. Что я сказал про вас? Что я порядочный? Что-то? Нет, что-то я такое сказал. Нет, по видимости вы порядочный, да. Да. Но вы и по сущности порядочный человек, вот теперь все нормально будет. А то, если я сказал, что по видимости порядочный, вот человек вот сначала вот вроде бы выглядит прилично. Вроде бы. Во-первых, вроде бы он выглядит. Не то, что он прилично выглядит, а вроде бы. Сегодня. А вчера неизвестно, и завтра неизвестно, как будет. А сегодня вот на кружке, смотрите, такой смирный, все аккуратненький, все хорошо. Вот, то есть... Вы, когда будете изучать науку логики, вы увидите за словами, так сказать, вот эту музыку, то есть вы будете понимать, как можно сказать про человека. Вот сидит красивая девушка. А можно как сказать? Есть вот одна и та же определенность может рассматриваться как реальность и как отрицание. Вот как реальность, то есть как бытие, красивая.
А можно сказать, не дурна. Вы как хотите, чтобы рассказать, что вы не дурна или красивая? Да вообще уж не, ну да, ну не дурно, да? Вот, а это вот, Константин Иванович, я скажу, про вас скажу, или могу умный сказать, могу не дурак, как вы посчете? Ну, если не дурак, это сложно, потому что, значит, тогда к старости будет задание найти, сейчас побежать, как вы же председательство совета, многих знаете, найти дурака, дурака, привезти сюда, и тогда мы его здесь поставим, скажем, вот видите, Константин Константинович Шабусов, он не такой. Вот задача, какая сложная. И вот это надо вот видеть, в чем отрицательное выражение. Поэтому движение от ничто к ничто там присутствует. Это движение от ничто к ничто там разворачивается. Это разворачивается в разных категориях. Есть рефлексивные определения. Там выясняется то, что вроде там непонятно написано, но уже можно и для тех, кто впервые пришел на кружок, усвоить, что тождество, в отличие от математического тождества формального, что 4 равно 4. В отличие от математического тождества, тождество в диалектике всегда. И диалектика отражает то, что в мире есть, что тождество всегда тождество различного. Вот мы все с вами люди, да? То есть мы тождественные, как люди, так? Но мы же разные люди. Поэтому только такое тождество и рассматривается в диалектике. А если я буду здесь вот как руководитель кружка, значит, глубокомысленный, вам изрекать такие, значит, суждения. Ёлка, запишите, пожалуйста, это ёлка. Палка – это палка. Книга – это книга. Вот, то есть, то равное самому себе. Как, весь смысл тождества в том, что это тождество различного. Мы различные люди, у нас различные знания. Но мы равны как люди, и вот мы равны как члены кружка. Так, у нас разный возраст, разные какие-то позиции, взгляды, представления, правильно? Разный возраст, ну, как члены кружка, мы, каждый из нас член кружка. Вот. Не будет ходить, не будет член кружка. Какие проблемы? А будет ходить, будет появиться новый, тоже будет член кружка. Правильно? Мы же не закрыты. У нас нет секретов от народа. Наоборот, народ, так сказать, идет к науке и логике. Почему мы должны его задерживать? А различия? Мы разные кто? Люди. А раз люди, так мы и вы человек, и я человек. Значит, мы различия только в тождественном можно найти. Вот две собаки. Одна рыжая, другая белая. Но это же две собаки. И та собака, и эта собака. Никакого другого различия я, кроме различия тождественного, не бывает. А? Я бы сказал, нет тождества. Нет, вот мы будем говорить, как у Гегеля написано. В чем? Если вы напишите такую книгу где-нибудь на уровне Гегеля, то я думаю, будем говорить, как вы предлагаете. То есть вот такие предложения постоянно поступают. Я их постараюсь так не принимать, потому что для того, чтобы построить науку логики, нужно построить систему знаний. А вот если я много буду знать, кто я буду? Все знают. Ну так, еще какие варианты? Кто я буду, Дмитрий Юрьевич? Полиглот, нет? Полиглот – это я много читаю. А вот я не только много читаю, но еще и много знаю. Вот много-много знаю. Кто я? Человек, сказать? Который знает области своего незнания. Знахарем. Вот, знахарем я буду. Вот, правильно, знахарем. Они же все знают. Голова заболела, вот эту травку попейте. А вот эту таблеточку, если живот заболит, а это то. И они действительно очень много знают. И, кстати, и лекарства их продают, дескать, вот это от агафья, а это от того, а это от всего. Знахари, а в чем разница? Почему они не ученые? А потому что ученые, может, не все знают. Но у них система знания или знания, приведенные в систему. Наука – это ее определение, как Гегель дал. Это знания, приведенные в систему. А что значит в систему? Систему какая имеется в виду? В каждой научной системе есть начало. И результат. Ну вот здесь есть люди начинающие, вот вы их пришли первый раз. Начало – это что? Вы такое слово слышали в жизни? Начало. Ну, согласитесь, что это вы не услышали здесь на кружке, и прямо уж так уж вы обездоленный такой, что вот пришли на кружок и услышали слово «начало». Вы же слышали это слово? Ну а что это такое? Это «старт всего». А? «Старт всего». «Старт всего». Не понял. «Царство всего»? «Старт, старт всего». Непонятно. А вот когда что-нибудь вы начинаете, вы, наверное, имеете в виду, что получится в результате, нет?
Вот вы когда начинаете изучать науку логики, вы что хотите получить в результате? Наверное, вы хотите получить освоение, усвоение науки логики. Поэтому разве можно говорить о начале, не имея в виду результат? Ну, если люди начинают войну, так они имеют в виду победу, правда? Если люди начинают строить дом, то у них этот дом есть в голове. Они начинают его строить, но они предвосхищают свой результат. Поэтому начало, молодой человек, это неразвитый результат. Это очень важно, я бесплатно даю. Такое знание. Мало кто знает. Хотя это вот слова, ну что ни на есть, обыденные, правда? А результат? Вот теперь скажите, что такое результат? Да, у вас тут все записываете вы. А может вы... Кому пишете письмо? Оперу, я понял. Оперу у нас вот сидит, полковник милиции, знакомьтесь, Борис Николаевич Гавшин. Так что все у нас обеспечено. Сразу вот напишите, сразу и сдавайте. Принимают. Принимает. Вот дойдет куда надо. Ну, результат это есть противоположность начала, тогда давайте. Что значит противоположность? Ничего себе противоположность. Почему противоположность-то? Что это совсем не то, куда вот начало. Значит, мы хотели изучить диалектику вначале, а пришли и утопили, и прыгнули с моста в воду. И кончили жизнь самоубийством. Хорошо. Это будет противоположность. А если вы изучили диалектику, какая же это противоположность? Как-то вы, интересно, противоположность тут нашли. Вы напоминаете Зенона Александрийского. Да, я и есть Зенон Александрийский, но временно у меня другое имя, другие имя и отчество. Да. Ну, потому что сейчас никто не поверит, если я скажу, что я Зенон Александрийский. Скажет, да ладно, не прикидывайтесь, мы знаем, кто вы. Поэтому я везде распространяю о себе ложные слухи. Так, молодой человек, Сейчас вы согласитесь со мной и удивитесь. А результат есть развернутое начало. Начало не развитый результат, а результат есть развернутое начало. Ну так? Ну вы хотели что-то построить, вы и построили. Вот этот результат есть развернутое начало, а начало это не развитый результат. Ну вот архитектор, скажем, расстреляли. Вот тяжело ему было строить, особенно на верхних этажах, там, знаете, там где уже кресты стоят. А Исааке как тяжело было строить одному Монферрану эти, особенно ставить вот колонны, да? Но у него в голове этот весь Исааке был, как только он появился у него в голове, вот это было начало, а результат был это воплощение всего в камне. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, ну, а что связывает начало и результат? Движение от начала к результату. Процесс? Процесс движения, выведения, потому что на самом деле существует начало, результаты движения, начало развертывания. Это развертывание начала. Я теперь вижу, да? Что вы не Зенон теперь. Конечно, нет. И с вами я согласен. И с вами согласен. И вы правы. Нас уже люди усвоили. Это. Никогда не надо. Если мне кто-нибудь говорит, что я верблюд, я никогда не спорю. Потому что если я буду говорить, что я не верблюд, половина точно не поверит. И будут писать комментарии, мы вот убедительно доказали, а он отрицает. И будут спорить. А мои товарищи. Силы неопытности, да будут, так сказать, меня поддерживать, говорить, нет, он на самом деле не верблюд. И чем больше они будут это доказывать, тем меньше людей будет в это верить. Потому что вот если мы какую-то идею выдвигаем и пропагандируете эту идею, а вместо этого начинают защищать. Никогда, вот я, например, всегда соглашаюсь, когда про меня скажут, у меня вот бывали такие встречи с аспирантами у нас. Вот вы такой-то глупости говорите. Ну как вы думаете, как я должен реагировать? Я же преподаватель, если это аспиранты так говорят, кто виноват? Я или они? Ну, я, конечно, это мои же аспиранты. Я говорю, ну как же, вот, сами подумайте, конечно, у вас, наверное, много извилин. А у меня, если есть извилина, то одна. Я не уверен, что она извилистая. А если она еще вот от фуражки, тогда и совсем плохо. Он слушает это и другие слова. Над мной смеются или над ним? Над ним, конечно, смеются. А если я сказал, нет, я умный, ну так и все дураки говорят, что они умные. Вы видели хоть одного дурака, который бы не доказывал, что он умный? Таких нету. Поэтому я хочу сказать, что кроме всяких научных вещей, там и искусственный интеллект, и применение диалектики для решения естественно-научных и общественно-научных задач, это очень важно. Вот в простой жизни, в обычной. У меня вот я проверял на двух своих внучках, вот такой эксперимент проводил. Они иногда начинают скандалить, и очень сильно. И заявляет мне одна, ты плохой дедушка.
Я отвечаю, я очень плохой. Она так посмотрела. Не, не очень. А если бы я говорил, нет, я хороший, нет, ты плохой, и пошло, нет, ты плохой. Не надо никогда настаивать на том, что вы хороший, или на том, что вы умный. Скажут, да вы ничего не понимаете в диалектике. Ну, как я могу понимать диалектики, потому что я всего лишь там занимаюсь столько времени. А вы нисколько не занимаетесь, и все уже знаете. Вот я восхищаюсь просто вашими способностями. Что я сказал? Выставил его дураком. Зачем говорить, что он дурак? Ну, надо его так поставить, чтобы всем было понятно. То есть наука логики позволяет многие задачи решить. И хочу, поскольку у меня, так сказать, тут вот уже, к сожалению, немалый возраст по сравнению с некоторыми нашими юными членами, я хочу сказать, что я начал изучать науку логики сразу по окончании математико-механического факультета, который я окончил с отличием в 1968 году. Причем, поскольку я собрался поступать в аспирантуру экономического факультета и к тому времени уже прочитал у Ленина, что нельзя, афоризм, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав Гегеля, никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Ну, поскольку мне надо было поступать, я, значит, за две недели прочитал науку логики Гегеля, законспектировал, дело было летом, занятия закончились после пятого курса, и, так сказать, я преспокойненько поступил в аспирантуру экономического факультета, думаю, ну, сейчас приду, а тут все знают науку логики, изучают, значит, диалектику капитала. Оказалось, я был единственным человеком на этом факультете, который и вот заинтересовался тем, что я делал мой оппонент официальный, профессор Смирнов, а мы с ним потом вдвоем в течение 5 лет и проводили кружок по науке логики, по диалектике. И после этого он написал книжку такую диалектическую, очень ее рекомендую, Смирнов Игорь Константинович, тоже как пособие, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса, Смирнов и К. Эта книжка есть на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии, и там же мы такую сделали, товарищи, для удобства, занимающиеся диалектикой, книжку Смирнова и мою под одной крышкой, так сказать, написали «Диалектика капитализма и социализма», Смирнов-Попов. Открываете и читаете. Ну, чтобы люди могли убедиться в том, что это вот такая наука, которая применяется для решения таких серьезных и глубоких проблем. Ну, а для решения жизненных проблем вы увидите очень скоро, что у вас все будет быстрее. Потому что мне некоторые мои коллеги, которые кончали философский факультет или экономический, говорили, ну как, когда я буду читать вот эту науку логики, мне на это надо сдавать, то сдавать, это читать, то читать. А мне надо писать научные работы. Я его спрашиваю, а сколько у вас научных работ? Он говорит, 20. Ну, понятно, тебе некогда, конечно, у тебя научные работы, а у меня 320. И вся разница. То есть я хочу вам сказать, что если вы хотите развить свою голову и свои способности, лучшего средства нету. Вот просто вы себя, если уважаете, насчет любят, я не буду, эти самолюбивые люди, это нарциссы. Но если вы себя уважаете, ну так вы, зачем же вы будете читать просто хорошие книжки, когда за всю жизнь гениальные не сможете изучить? То есть метод у нас очень простой. Читаем только гениальные. А все, что вот не гениальное, пока откладываем. Вот прочтем гениальное, потому что а вдруг я умру и не прочту гениальное, а читал одно барахло. Хотел подготовиться к этому, к гениальному. Ну а как люди становятся гигантами, в том числе гигантами мысли? Становятся на плечи гигантов. А карлики становятся на плечи карликов. И смотрят недалеко. А вы хотите далеко видеть, смотреть? И вот, товарищи, в этой самой, в этом своем рассмотрении, рефлексии, учении о сущности, вот мы подходим уже к тому, на чем мы остановились, мы рассмотрели тождество и затем различия. А различия бывают либо безразличные различия, вот мы просто с вами разные. А в чем разница? А ничего не говорят. Разные и все. Можно так сказать? Мы разные люди. Ну, люди – люди, ну и разные. Ну, никто же не будет спорить, что мы не разные. Разные люди. А вот когда мы разбираемся, в чем различие, то тоже будет уже не разность, не просто разные люди, а различные люди.
А тогда в чем различие? Тогда надо будет говорить, вот значит, один жизненный путь, вот другой жизненный путь, вот одни определенности, вот другие, там, одно образование, одно чтение и так далее. То есть тождество – это тождество различного, а различное бывает или как безразличное различие, то есть разность, или как противоположность. Противоположность. Но вот когда Гегель начинает рассматривать противоположность, и вы будете ее рассматривать, если она рассматривается, сначала берется одна сторона. Если это одна противоположность, то одна сторона с другой стороной соединены. Они не разделены, правильно? Раз они соединены, значит, и одна сторона с этой соединена, и другая с этой соединена. Значит, каждая сторона сама есть противоположность. Поэтому у нас не единство противоположных сторон, как кажется сначала, а единство противоположностей. А что такое единство противоположностей? Кто скажет? То, что нельзя разорвать. Единство противоположностей – это классическое определение противоречия. Противоречие есть единство и борьба противоположностей. Потому что а как могут находиться противоположности в единстве? Только в ходе, только в борьбе, раз они противоположности. Если они противоположности, они тянут в разные стороны. Противоречие, единство, противоположность. И вот сегодня вы на кружке узнали, что такое противоречие. И вот когда мы это противоречие начинаем изучать, получается так, каждая сторона противоречия содержит в себе другую сторону. Раз она ее содержит, благодаря тому, что она ее содержит, она самостоятельна, ей уже другая не нужна. Потому что она все включила ее в себя. И другая сторона такая же самодостаточная. Она включает первую сторону, поэтому она без нее, так сказать, может обойтись. Она тоже включает в себя это. И что получилось? И получилось, что каждая, будучи самостоятельной, каждая сторона противоречия, она эту другую сторону исключает, потому что ненужная она исключает. Поэтому та рефлексия, которая соотносится эти стороны, называется исключающей рефлексией. Одна сторона исключает другую. Что значит, вот мы боремся? Если мы с вами боремся, я хочу вас победить, а вы хотите победить меня. Так? А кто победит, не знаю. Я думаю, что я, а вы думаете, что вы. Конечно, если бы я сказал, что я вот начинаю с вами бороться, и, наверное, у меня ничего не получится, то тогда нечего и бороться. То есть те люди, которые вступают в борьбу, наверное, они стремятся к победе, а не так, что... Как иногда употребляют вместо слова «борьба» какое слово? Противоборство. Вроде красиво так, противоборство двух экономических систем. Вот, Евгений Николаевич, вот мы так встали с вами, и у нас не борьба, а вот так вот стоим, так, это противоборство. И вы остаетесь, и я остаюсь, и вам хорошо, и мне хорошо, а все смотрят, как дураки, как мы изображаем. А борьбы никакой нет. Потому что если борьба, то или вы победите, или я могу победить. А если противоборство, то она не предполагает. Но это вот гуляет в обиходе. Или, например, мы можем увидеть, даже в таком слове, которое мне вот сегодня я обратил внимание, стали говорить о насущном по радио. Причем какая-то религиозная радиостанция о философии Платона, Аристотеля. Ну и довольно толково они там говорили о том, что такое насущность, что такое непосредственное, сущее – это непосредственное бытие. Ну и что такое насущность? Это насущное, сущность прямо вот, сущность в глубине, а наверху – насущное. Это вот сейчас мы только, хлеб насущный, что сегодня, а глубину мы не едем. Что будет завтра, что будет послезавтра, откуда он взялся, мы не знаем, мы не берем, мы не берем. И вот, когда каждая сторона исключает другую сторону, мы обнаруживаем, что мы дошли до такой точки в движении рефлексии, что рефлексия исключает сама себя и переходит в свою противоположность. А что является противоположностью? А рефлексия – это определенность. Вот, Валерий Александрович, а что является противоположностью определенности? Бытие. Бытие с определенностью же. И вот, и вдруг мы обнаруживаем, что вот здесь, через эту самую, через разрешение противоречия, восстанавливается через сущность бытия. Обратите внимание на это высказывание, такое чудесное. И это называется, восстановленное через сущность бытия, называется основанием.
Не путать с основой. Основа – это отдельный вопрос. Вот основание – это восстановлено через сущность бытия. Ясное дело, что потом, то есть если до этого мы все тут, так сказать, у нас просто было бесконечное движение и не за что было зацепиться, но мы дошли, как говорится, до дна. Дошли до дна в исследовании этой определенности. И у нее есть такое выражение немецкое – «Гетцу Грунде» – идет в основание. От противоречия погружается в основание. И вот теперь, появляется основание, на котором что строится? Ну, там скоро мы увидим, на нем основанное, а люди, тем не менее, употребляют другие категории, говорят, основа. А основа – это что-то безразличное, говорит. Вы знаете, как у нас столько после советского времени осталось фундаментов, на которых собирались, где магазин построить, где дом, так сказать, школьников или там какой-нибудь спортивный зал, а потом стоят вот эти камни, и это безразличная основа. То ли, значит, бизнес-центр на них построят, то ли здесь будет какое-нибудь заведение питейное, мало ли чего будет, что угодно можно построить, это безразличная основа. А вот если вы берете такие категории, как основание и основанное, то они одно без другого немыслимы, как низ и верх. Что такое верх? Это не низ. Что такое низ? Это не верх. Что такое жена? Жена – это женщина, у которой муж есть. То есть, когда вы говорите «жена», имеется в виду муж, что он есть. Когда вы говорите «муж», что вы имеете в виду? Ну, что жена есть. То есть, это только кажется человеку нетренированному, с теоретической точки зрения, что говорят «жена» – это жена. Ну, уже много вы продвинули далеко науку. Если вы будете повторять «а елка – это елка», да, запишите, что сосна – это сосна. Я забыл сказать. И вот скажете, вот мы тут занимались, пришел профессор из университета, сказал, что сосна – это сосна. Это настоящее тождество. А то, что он говорил, что тождество различное, это как-то неубедительно. Согласны, да? Не совсем убедительно. А это убедительно, что елка – это елка. Это вот называется повторение одного и того же в философии, называется тавтология. Тавтологические утверждения. Вот тавтологические утверждения никому не нужны. Студент – это студент. Ага, понял. А профессор? А профессор – это профессор. Ага, профессор – это профессор. А доцент? А доцент – это доцент. А рабочий – это рабочий. Так, Дмитрий Юрьевич? Вот мы много просветились теперь. Вот теперь вы, наконец, заблистали мыслью. Вот примерно такая получается вещь. Значит, что нам нужно? Значит, как говорили великие, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали и побольше читали. Сколько раз не вредно прочитать «Науку логики»? Скажу сразу, сколько угодно, не вредно. И каждый раз читаешь, убеждаешься. Я вот почти каждый год ездил в командировки в Невиномыск. Я всегда брал с собой «Науку и логики», по крайней мере, один том прочитывал. В поезд едет 2 дня, 2 суток и обратно, и как раз вот том я прочитывал. В больницу я однажды попал на 2 недели. О, думаю, красота. 2 недели я взял «Учение о сущности», но там не только на 2 недели, на 2 года хватит его изучать. И, так сказать, спокойно изучал, и все меня смотрят, я все это на одну книжечку читаю. Что ты, говорит, там читать никак не может прочитать, такую тоненькую книжечку. Ну, я там товарищам рассказывал, что это такое, они так отнеслись с уважением, но не взялись читать. Думают, если такую книгу, еще, может, заболеешь такой же болезнью какой-нибудь. Так что надо отнестись к этому очень стоически. Наука требует... Ну, вот усердие требует труда, внимания. И я хочу закончить занятие тем, что говорил Маркс. Он говорил, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Не хотите карабкаться, не карабкайтесь. Кто хочет ходить в кружок, ходите. Кто не хочет ходить в кружок, не ходите. Вот староста, наверное, подтвердит, что мы никого не обязываем ходить в кружок, не заставляем, но никого и не выгоняем. То есть это дело сугубо добровольное, потому что, ну, это вроде как речь идет о том, чтобы есть торты и пирожные, и заставлять как-то это делать, ну, не стоит. Ну, не хотите есть, идите, пожалуйста, грызите сухари. Это другое. То есть это изыск в наше время, изыск, и мало где это может быть. Будем считать, что нам всем с вами повезло. Вот, и вам приятно, что тут есть люди, которые давно уже занимаются и которые давно к этому
пришли, подходили. И нам приятно, потому что есть, так сказать, люди разных поколений, разного возраста, которые представляют собой некое единое в этом смысле течение. Пора уже человечеству овладеть диалектикой, потому что формальная логика разработана Аристотелем 2000 лет назад. Пора уже двигаться дальше. Вот. А диалектическая логика только вот начала осваиваться. Написал Гегель свою книгу, будучи директором Нюрнбергской гимназии, это вот я не знаю по уровню, вот колледж, по-моему, круче, чем гимназия. А? Да, как вы считаете? Где-то вот на уровне. Колледж имеет все-таки профессиональное заужение. Вот он был директором гимназии, и когда был директором гимназии, написал большую логику. Когда стал профессором, большую уже ему не написать было, он написал маленький учебник. Малая логика. Некоторые товарищи клюют на это и пытаются изучать по малой, думают, короче. Чем короче, тем непонятнее, потому что там переходы все стерты. Ему-то ясно, как это переходит. А еще короче, кто хочет, есть такая вот книжечка такая, работы разных лет, двухтомничек, и там есть философская пропедевтика. Это для школьников, дескать, это вот вы выше школьников, вы можете взять и читать. Вот там совсем мало, вот такое. То есть там все категории, все расположены, одно идет за другим в нужном порядке. Ничего вы там не поймете, ничего там не выводится. Это для запоминания, как для привыкания, чтобы вы привыкли к таким вот словам. Не более того. Поэтому учить надо или изучать науку логики по большой логике, а не по малой, и тем более не по философской пропедевтике. Хотя пропедевтика означает подготовительные работы для там школьников. То есть Гегель все сделал, и для вузов, и для малая логика – это для вузов. Вузы-то не будут же читать науку логики, им же некогда нам сдавать. Вам-то не надо сдавать, вам надо сдавать науку логики? Нет, не надо. Никому вот здесь, кто здесь есть, вам не надо, мне не надо. Мне никогда не надо было ее сдавать. Никто с меня никогда не требовал. И сейчас не требует. И никто не требует, чтобы я это преподавал. Абсолютно. Точно так же никто к тем, кто сюда пришел, не предъявлял таких, не придешь, получишь. Никто так не ставил вопрос. Максим, я правильно вас понял? Вы тут не били, нет? А то докеры говорят, вот не приходят. Они спрашивают, а вы бить пробовали? Иногда это помогает. Но у нас это не применяется сейчас. А в Англии еще применяются интересные наказания. Они отсталая страна. Что поделаешь? Пару минут. Да, пожалуйста, все. Я хочу чуть-чуть добавить, чтобы ясно было, какова связь. Я помню, что это не играть. Чтобы ясно была связь, почему мы, интересуясь искусственным интеллектом, вообще-то говоря, пойдем за призывами Михаила Васильевича, будем тщательно изучать. Обратите внимание, противоборство, противоречие. Существует такое понятие – речевая деятельность. Речевая деятельность, она, вообще-то говоря, является отражением мыслительного процесса. И это самое сложное для искусственного интеллекта логические связи в речевых категориях. До сих пор искусственный интеллект не может сделать так, чтобы тест Тьюринга машина прошла успешно. Так, чтобы разговаривать с компьютером, на который стоит программа искусственного интеллекта, мы могли бы по телефону разговаривать, сказать, что там человек. Это самое сложное. Да и мы спросим, что такое начало, и интеллект посыпется, этот искусственный. Понимаете, и поэтому всегда искусственный интеллект не должен забывать своего прародителя, а именно естественный интеллект. Более того, все уже знают философы, что искусственный интеллект – это другое развитие цивилизации. Да. Но некоторые сомневаются. Но тем не менее, диалектика Гегеля, даже оставаясь в рамках мыслительных процессов, сегодня я заметил, показал, что мы еще не выходили в объективную реальность, во внешнюю. Потому что иначе надо было бы, эксперимент с адронным коллайдером. Там исчезающая материя. Кто хочет быть исчезающей материей, записывайтесь.
записывать, тут будет параллельно организуем другую кружок. Значит, в параллельных мирах. Обратите внимание, вот этот бозон, частицу Бога, так эти не поймали. И вот это вот ничто, переходящее в ничто, вот на этом бытие. Бытие. Уже в объективной реальности. А, ничто-ничто, да. Да, ничто, в познавательном ничто. Смысле. В гносеологии науки, да, в гносеологическом процессе науки, вот это очень хороший пример. И во что мы уперли? Уперли в поле Хиггса. От этого, от частицы Бога, перешли к полю. Ну, это, извините, уже в сторону даже от искусственного интеллекта. Поэтому, если мы присвоим себе хотя бы часть вот этого мастерства диалектики Гегеля, то задача искусственного интеллекта нам будет. Спасибо большое. Ну, перспективы у нас какие? Сейчас будем заканчивать. Ясное дело, что раз появилось основание, как восстановленное через сущность бытие, сейчас это бытие начнет всплывать. За этим пойдет. Вот пойдут такие категории, которые все широко употребляют. Явление. Знают все? Слышали? Конечно. Правда? А у каждого явления есть закон. Что такое закон? У Гегеля самое простое определение закона. Закон есть спокойное явление. А дальше следующая категория, а еще перед тем, как будет явление и закон, есть категория существования. Это не просто бытие, а бытие в условиях и с основанием. А дальше пойдет, вот за явлением и законом пойдет действительное. Вот вы, у вас билет есть, да? Но он не действителен. Вот некоторые думают, что у них карточка есть, а уже давно этого банка оборовали, поэтому ваша карточка не действительна. Чем отличаются наличные от безналичных и так далее. То есть это все вот такие категории, которые нам везде нужны, без которых нельзя обойтись, и нигде в другом месте мы этого не найдем. Какие есть еще вопросы? Вопросы или заявления, обращения, требования, протесты? Пожалуйста, протест. Хотел с вами глубоко согласиться по поводу того, что все люди и разные, и одинаковые. Все люди, они, конечно, очень разные, как они начинают совершать одинаковые ошибки. Не понял. Почему, если мы с вами люди, то одинаковые ошибки у нас? У вас свои ошибки, у меня свои. Вы мне свои ошибки не приписываете. Я сам наделаю ошибок и без вас. И причем я, как человек более крупный, сделаю более крупные ошибки. И буду ими гордиться. А и как раз главная ошибка будет у меня в том, что я буду гордиться своими ошибками. А вы меньше будете гордиться своими ошибками, и тем самым выиграете у меня. Хотел сказать про другое, что если два примерно одинаковых человека занимаются новой для них деятельностью, то совершаются примерно такие же, оба эти человека будут совершать при занятии этой деятельностью одни и те же ошибки. У вас в слове «примерно» содержится указание на то, что есть тут неравенство. И вы невнимательно следите за своей речью. Если вы сказали примерно равны, значит, они не равны. Вот и все. Вы очень далеки от великих. Так, еще какие протесты, заявления, жалобы? Вопрос. Следующее занятие. В 19 часов в этой аудитории 28 февраля. Через 2 недели ровно. 2 недели это достаточно, чтобы изучить. И достаточно для того, чтобы не говорить, что у меня не было времени. 2 недели – это полмесяца. То есть как раз хорошо. За неделю сказать, ну, такая была тяжелая неделя. Хорошо, первая неделя, вторая тяжелая. Есть у нас люди, которые месяцами не могут никак начать читать. Не только неделями. Не будем указывать пальцем. Михаил Васильевич будет спрашивать, на следующем занятии? Да. Ну, что? И ставить оценки, и объявлять выговора с занесением в память. Шутка. Так, понятное дело, что здесь наградой нам является что? Развитие собственного интеллекта. Не искусственного, а своего естественного для начала. Так, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич. Такой вопрос, что вы здесь затронули тему, я тоже думал об этом. Вот там в физике есть такое понятие, что молекула или клетка, атом, он частица атома, она. Это материя, да? Материя, но в то же время она не может быть, как
волной, да? Почему не может быть? Почему не может быть, когда она одновременно и волна, и частица? И волна. Так волна это тоже получается материя? Да, конечно. Электромагнитные колебания это тоже материя. Поле это материя. Потому что вот смотрите, вот у вас есть мобильный телефон. Вы когда разговариваете по мобильному телефону, вот, эти, вот эта ваша информация, которая обязательно должна быть прикреплена, чтобы быть материальным, она когда летит от вашего телефона, к информации. Она сначала летит... А почему она прикрепит? Там шайтан в телефоне сидит. Шайтан, он, если бы он сидел в телефоне, она бы не... Вот шайтан – это и есть искусственный интеллект. Да, но она вот тогда там и осталась. Она бы никуда не полетела. А в промежутке от одного шайтана к другому шайтану? Нет, она сначала через станцию еще, через сетевую станцию обязательно. Вот оказывается, что вот информация, который, процесс передачи информации, он прикреплен к полю. А поле – это еще одно состояние материи, на самом деле. Вот этот андронный эксперимент показывает нам, что E равняется mc квадрат. Так, кто из участников кружка хочет превратиться в поле, перестать быть частицей, обращайтесь к Евгению Николаевичу. Да. Он это обеспечит. Поэтому уйдет отсюда гораздо меньше людей, чем зашло. А остальные проникнут к себе, так сказать, через... Это я перепрыгиваю, извините. Да, через все. Хочется же сразу. Хочется. Все и сразу. Еще есть какие тут сообщения? Что? Заканчиваем? Благодарим вас. Спасибо всем. Большое. Спасибо всем. Спасибо. Очень приятно, что, так сказать, люди настроены так... Позитивно все, позитивно, на изучение, на обдумывание, да, и критически, это очень важно. Все подвергает сомнению, говорит Маркс, но если только будешь сомневаться все время, это называется такое направление в философии, скептицизм. Он говорит, ему что-то не доказывает, он говорит, сомнительно это, сомнительно, и так всю жизнь ему все сомнительно, ничего не сделал. Поэтому, как момент в развитии, конечно, но истина, мы двигаемся, конечно, все ближе и ближе к абсолютной истине, хотя никогда, так сказать, полностью не исчерпаем ее. Но мы двигаемся. А если человек вообще все подвергает только сомнению, на этом останавливаются, это люди, которые никак не могут решить ничего, нерешительные. А на самом деле нерешительные люди все решают. Только вот решительные люди, они решат, думали так, 51 на 50, и решили. И как только они решили, у них в голове, что за 90%, что я правильно сделал, 10%, что неправильно. А нерешительные люди, они тоже решают, и потом, как у них было там 49 на 50, он говорит, зачем я это сделал, надо было не это делать, и вот он себя клянет, не надо было не по этому пути идти, а идиот все-таки, он по правильному пути, и мучается. Ну вот эти нам мучения ни к чему. Давайте мы, так сказать, будем двигаться прямой дорогой. Все? Ну, это уже так окончательный, конец конца.